Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, работы художников, скульпторов Бальтасар де Чаве Ибе. «Вся ты прекрасна» или «Непорочное зачатие». Около 1620 года, холст масла 190x121. Бальтасар де Чаве Ибе, представитель династии мексиканских живописцев, сын и ученик Бальтасара де Чаве Ори. Доктрина о непорочном зачатии Девы Марии средние века отставилась монахами францисканского ордена и получила широкое распространение в Испании с начала 17 века. Согласно ей, Богоматерь, как сосуд, через который воплотился Сын Божий, единственная из рода человеческого свободна от порока первородного греха, и сама была зачата без вожделения. К Марии, чьи руки сложены в молитвенном жесте, слетает белый голубь, олицетворение Святого Духа. Цвета ее одежд, сочетание белого и голубого, традиционны для иконографии непорочного зачатия в испанской живописи того времени. Богородица стоит на месяце, рожки которой обращены вниз, окруженная херувимами, держащими символы ее высокого предназначения и чистоты. Этот образ навеян откровением Иоанна Богослова, и явилось на небе великое знамение – жена, облеченное солнце, под ногами ее луна, а на главе ее венец из 12 звезд. Вверху на латыни написана строка из песни «Песни Соломона». «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Ну, вот такое описание к работе Бальтасара де Чаве Ибе «Вся ты прекрасна» или «Непорочное зачатие» я нашел в интернете. Данные у книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.